Всем привет! Вот это наше тыквенное поле. Небольшенечкое такое. И посмотрите, какие вымахали тыквы. О, рука на тыкве. Рука, кажется, как детская. Смотрите, какие огромные. О, обалдеть вообще, о. Какие здоровые. Одна. О, смотрите, какая вообще вон, как ванна. Обалдеть. О, две тыквы. Там, короче, еще вон. Не хочется лезть туда, потому что переплетены листья. Здесь у нас конгон лежит. Хотя не можно наступать между листьями. Смотрите, какая у них еще лежит торпеда. Рядом лежит обычная маленькая тыква. Вон они, желтенькие. Вот. А здесь растут еще и такие вот торпеды здоровые. Вот полезла на деревья, на кусты. И вон, смотрите. Ничего не выдерживает, она просто валится. Это уже, не знаю, у тебя 20, наверное, здоровая. Вон, вообще, обалдеть. Вон виноградик рядом зреет. Так. Смотрим дальше. Вот одна. Королева грядок. Вот еще одна, какая здоровая. Вот это урожайчик. А вон еще какая. Смотрите. Я не знаю, сколько они килограмм. Вообще. По колено мне. Какие здоровые. Вот так вот. Идем на рекорды в этом году. Там он еще есть. Ну, потом покажу, может. Сейчас. Сейчас, а может и дойду. Здесь вот между стебельками. Здесь еще маленькие растут, посажены. Во, смотрите, какая. Можно реально сделать карету. Класс, вот это урожай. Никогда я не видел таких огромных тыкв. Вот, подрастает еще одна. Класс, вот это урожай. Хотелось представить, какие там семечки будут. Естественно, мы потом увидим это, когда соберем все. Так что следите за нами. Все, всем счастливо, пока-пока.